С вами Fight 546. Сегодня данная точка обзора. Я рассмотрю набор Лего под номером 90462. Вот его коробочка. На ней мы видим ценник 661 рубль. На самом деле со скидки 536 рублей. С вашего позволения я коробочку уберу. Она мне нафиг сейчас не нужна. Туда. Ну не понять. Набор составляет две фигурки. Мумия. Она в темноте не светится. Откладываем. И вот эта девушка. Женщина, фиг их разберешь. У нее два лица. Резиновые волосы с гарпуном, который у меня почему-то вылетает. Просто вылетает. И представлены два транспортных средства. Одна повозка с лошадью и кристаллом мумии. И представлен маленький летающий транспорт. На всю сборку у меня ушло примерно полчаса. Так уж особо флудить-то не буду. О пожеланиях я прочих наборов... Нет, конечно, можно пофлудить. Есть, конечно, пожелания. Замок вампира, лорда вампира. Машина его, поезд там. Ну, это все будет чуть попозже. Потому что сейчас денег как бы нет. Обзор коротенький, да. Маленький и... Не буду уж тут развозить тягомутину. С вами был Fight546. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Антон Филатов. Приятного просмотра, до свидания.